В Бурятии этот профессиональный праздник отмечают почти 4000 человек. Каждый третий человек в Республике Бурятия, это 370 тысяч человек, находится под вашей заботой, вниманием, социальным обслуживанием. Знаем, что 3500 сотрудников трудятся в системе социальной защиты, социального обслуживания. Это большая команда единомышленников. В последние годы работники социальной отрасли трудятся на передовой. Огромный вклад социальная служба внесла в борьбу с пандемией. Сейчас помогают семьям участников СВО. С помощью соцработников каждая семья ветеранов спецоперации и погибших бойцов охвачена сопровождением. Действует горячая линия 122. Любить людей несложно и нетрудно. Просто нужно уметь, наверное, заряжаться от тех же людей, которым ты оказываешь поддержку и помощь. Конечно же, в веяниях сегодняшнего дня я выбрала направление, оно не узкое, но значимое. Это работа с семьями участников СВО, те, которые находятся сейчас на военной спецоперации. Сегодня в районах республики действует 21 отдел социальной защиты населения, 14 учреждений для пожилых людей и граждан с инвалидностью, 19 социальной помощи семье и детям. В рамках праздника лучших работников отрасли награждают. Награждаем самых лучших, самых активных нашей отрасли. Порядка 20 у нас наград будет федерального уровня, регионального уровня очень много наград и наших ведомственных наград. В этой системе я работаю более 20 лет. Я очень счастлива, что по достоинству оценили мой труд. И я рада, что работаю в такой системе, потому что это очень реальная помощь населению, незащищенным слоям нашего общества. В отрасли в Бурятии трудится почти 4000 человек. Это команда профессионалов, высококвалифицированных специалистов, людей с открытой душой и добрым сердцем. Мария Латышева, Сергей Медведев. Новости дня.